Летняя пора нравится детям, так как многие с родителями отправляются в путешествие. На отдыхе малыши открывают для себя удивительный мир, который увидеть в другую пору года практически нереально. В этой информационной статье вы увидите эксклюзивные фотокадры, где Лиза и Гарри рассказывают маме с папой, как они осьминога повстречали. Такое путешествие останется в их памяти на долгие годы, а для того, чтобы разделить детскую радость с интернет-аудиторией, Максим Галкин снял чудесное видео. Фотофрагменты его вы сейчас видите. В центре внимания дети Аллы Пугачевой, говорящие наперебой: «Мы встретили осьминога». В этот момент Елизавета Галкина показывает руками, какого он был размера, а ее братик включает телефон. Именно в нем запечатлены были кадры с осьминогом мальчиком и его очаровательной сестренкой. Смотря на эти кадры, каждый видит не выдуманного персонажа, а самого настоящего морского жителя. Алла Пугачева оценила рассказ, ведь дети с таким воодушевлением все говорили. А благодаря тому, что Лиза Галкина, девочка артистичная, она все прекрасно показывала жестами, делая рассказ еще более интересным. Если вам, как и звездам шоу-бизнеса, нравится путешествие с семьей летом, то эти эксклюзивные фотофрагменты произведут впечатление. Тем более, что дети знаменитости здесь такие классные. Они делятся со всеми своими новыми открытиями и радостью. Быть на позитивной волне помогают мама с папой, организовавшие отдых по полной программе. Гарри Галкин на фотографиях в такой симпатичной панамке, что многим мальчикам его возраста образ понравится. Но а чудесное летнее платье сестренки не оставит равнодушным ни одну маленькую модницу. Мы стараемся публиковать в интернете интересные факты из жизни звезд отечественной эстрады и их прекрасных детишек. Подписавшись на наш новостной сайт, вы всегда будете в курсе увлекательных событий. Эта публикация наглядно показывает, как дружно и с интересом проводят летний отдых дети Аллы Пугачевой, покоряя новые просторы и узнавая массу увлекательного про подводный мир.